том дальнем без меня сумели обойтись, а я без них нередко так тоскую. И стала полнокровнее вся жизнь с тех пор, как я апостолов целую. Заочно всех апостолов признал, пророков древних несомненно вижу, от них на мне печать и их запал, хотя намного жиже и пониже. Я не на кладбище хожу в междунадгробии, не эпитафии великим собираю, но их последователь, ученик, как вроде, и за трапезой с ними примостился с краю. С утра пораньше Библию беру, волнами строк бросает утлый щел, преображается пространство, время вдруг, пленен я древностью, туда иду в полон. Бунтующая чернь из иудеев, родивших протоколы для дракона, не лучше нынешних содружеств озверелых, свой яд ехин оставили потомкам. Не учатся, как прежде, толстосумы, тропят проспекты в адские глубины, считают нацию свою излишне умной, обезумевшие дебилы и кретины. Премудрость и Иеговы не для них, они пророкам подарили смелость. Их речи и сегодня не сломить, тысячелетия акафисты им пели. К тем духам, что достигли совершенства, намного легче ныне приступить, чем если бы мы с ними жили вместе и собирались просто есть и пить. Без них я ныне шагу не шагну, выписываю сказанное ими. Христос своей кровью свел нас всех в родню. Желанные мои, не проходите мимо. 24 февраля 2006 года.